Йога, с вами Шумаки, мы продолжаем пройти игру под названием Forager. Так, окей, у нас 2 очка опыта, давайте я все-таки один кину в получение монет за убийство врагов. Так, хорошо. Следующий. Так, здесь у нас с вами... выживание, да? Ну, так я только один открою. Хотя... открывает факела. Может быть, факела лучше будут, слушайте. Требуется на меньше. По стройкам. Позволит находить фей. Давайте, да. Качаем. Магистр открывает королевскую сталь, открывает королевскую одежду. Так, а для этого мне, если не ошибаюсь, нужны эти... жаровни. Мессенри тейбл. Каменоломни. Так, давайте я, короче, отсюда увожу. Больше у меня здесь. Тогда сюда я поставлю... жаровня. Мне до хера кирпичей, да, нужно? Ну, давай. А, так это просто постройка, тю. Я-то думал, там что-то цены, другое что-то. Рыбка. Так, мне еще стекло нужно делать. Давай до хера кирпичей максимум. Сколько? 22. А что мне вообще нужно для кирпича? Уголь и камень. Мне нужен уголь и камень. Желательно древесину. Уголь, камень, древесина. Железо я не помню, там кажется для кузнечных материалов и всего такого. Так, сейчас должны денежку дать. Не понял. Что за бред? И где это? Ладно, давайте сделаем таким образом. Может, что-то они пошли не по плану? Так, лишняя постройка нам туда-то не нужно. Странно, что мне деньги не дают. Так, так, так. Хорошо. Поесть, говоришь? Да, сожри апельсинку и уголя. Заверну. А, у нас у меня редис есть, в принципе. Ладно. Так, макушку. Так, что у нас здесь есть? Я сказал сюда, да? Как раз 3 элемента еще прокачаю. Открывает амулеты. Продажа самоцветов дает на 20 больше монет. Открывает ботинки, открывает перчатки.
открывает буровые установки, дает шанс 25 найти уголь во время копания. Так, поехали дальше. Так. Я не помню, что я тогда прокачивал, что у меня собирался автоматически, что мне даже подходить не нужно было. Может, мне макухи нужно много строить? Давайте построим макухи. Они больше энергии забирают. У меня тут еще макуха появилась. Так, минералы, вы вот это мне тут не растите. То я вас все сожру. Хотя, ладно, я редис пожру. Лучше схаваем. А это свекла даже, а не редис. Это даже не свекла. Фей, если что, вот этих и бабочек, ну не бабочек, а светлячков, можно ловить в этот, как он называется, в банку. Так, ладно, ферма построить. Ну, как вы видите, процесс довольно затянутый. Я не понял, почему у меня с врагов не падают деньги. Где деньги мои? Объясняю ситуацию. И просто из-за того, что я не могу с врагов получить деньги, я так сильно далеко не смогу продвинуться. Постройки фермы для... Так, ладно. Может, мне еще нужно остров купить, чтобы... Хотя, где я тогда деньги возьму? Значит, мне, скорее всего, экономику нужно вкачать. Давайте экономику вкачивать. Или магию. А коммерция... Дает опыт за продажу предметов. Продажа создает так. Продажа созданных предметов дает на 20 больше монет. Так, ладно. Капитализм потом прокачаю. Все равно, видите, не дают почему-то. А я фиг знает, почему не дают. Так. Древесина. Хотите, давайте я просто приостановлю запись, покопаю еще, потом продолжим.
О, я, короче, что получил? Конструктор. Возвести 200 построек. Награду дали шлем. Так, окей, давайте... Я вот как раз немножко уже, как вы видите, очков 5 получил. А, прокачаемся. Так, капитализм дает опыт за продажу предметов. Так, оптик открывает маяки, удваивает радиус света в темноте, открывает пресс для цветов оборудования. Так, искусственная работа, продажа созданных предметов дает так, ага. Колонизация, покупка земли на 30 дешевле. Вот это хорошо. Так, удваивает прочность построек. Постройкам требуется на 20 меньше материалов, больше ячеек в хранилище. Так, припасы. На рынках продается больше предметов. Так. Ловушка для рыбы действует быстрее. Открыто приготовление рыбы. Хотя... Давай, бурение. Баллиста. Открывает баллисты. Так, луки выпускать на 3 стрелы за раз. Автоматизация. Открывает железные горняков. Созданные предметы собираются автоматически. О. Физика. Открывает электростанции. Давай тебя создам. Тебя создам. Так, поехали дальше, апаться. Так, ладно, полетели. Я еще 2 уровня апнул себе. Пипец, я не знаю, почему у меня не работает автоловля. И что вообще тут происходит, блядь? Фиг вы понимаешь. Так, архитектура. Сокровища. Банк приносит монеты на 50 быстрее, если рядом есть другие банки. Открывает банки. Махи, давайте еще вкачаем. Дает 20 больше опыта. Открывает котелки. Ладно, полетели. Создавать что-то. Это что-то жопа. Уголь, сколько ты стоишь? 2 цента. 96. Я очень мало получаю со всего. То есть на самом деле я даже не знаю, как мне острова открывать, если мне ничего такого не дают. Мне как будто с островом не повезло. Потому что, а что мне здесь, что мне продавать? Типа, давайте я, ладно, кузницу создам, что я что-то еще могу создать такого. Уголь, да, я могу продать, в принципе. Блять, я получу всего лишь копейки. Ладно. Давайте сейчас что-то придумаем. По идее, мне с этих должны, блядь, дропаться деньги, ну... Нифига не дропается. Как бы так что-то сделать. И камни драгоценные тоже не падают, хотя они должны падать. Так, что мне по деньгам? 25... Промышленность. Фабрика. 5 коррекционных сталей, 10 стекла. 10, да, не получится. Коррекционные стали, скорее всего, вот это, но оно у меня закрыто. Тогда делаем вот таким образом. Это я сейчас сломаю. Сюда я ставлю кузницу.
Эй! Чё творишь? Бля, что делает? Так, ты давай не мешай. Еще один появился. Охерел. Чё они мои эти трогают? Офигели? Нужно быстрее, короче, строиться. Кузница. Нет, давай не кузницу швейную. Хотя... Ладно, кузница. Сюда. Швейную сюда. Здесь у нас что нового? Вот, мне вот эти вообще не дают. Мельница мне не нужна. Мессери тейбл. Так, мне получается еще камень нужен, да? Кирпич. Там, пока у нас строится, собираем рыбу. Пока оно готовится. Застраиваем себя. Малайте, понимаете, фигня в том, что я не знаю, с чем это связано. Почему, где мои деньги? Почему мне деньги не дают? Из-за того, что мне не дают денежку, это очень дерьмово. Так, я еще рынок мог создать. Ферма. Так, давай. Рыба у меня уже тогда собиралась автоматически из-за того, что я прокачал ловлю. Но, как вы видите, у меня нихера автоматически не собирают. Постройки. Поехали. Я понял. Так, нити. Монеты и золото, да? Фиш. Дерево. Мне нужно еще жуков в банке. Бутылка нити плюс стекло. Так, награду получил. Так, значит, мне сейчас дерево, да, нужно? Дерево и золото. Золото. Так, уголек быстрее. Так, цветочек. Хорошо, камень. Собираем, тут уголь будет. Так, похавать редиской, либо рыбой. Без разницы. Так, мне стекло еще нужно. Так, а что у нас здесь есть? Лопату я уже мог создать. Так, мне стекло нужно. Рыбка.
Так, древесины пособирать. Так, редиску вижу. Уголь как раз появился, найс. Деньги все равно за это не дают, ладно. Золото еще нужно будет сейчас пережарить. Давай, Макс. Собираем, собираем, собираем. А где мы автоматически? Вот, А, собирается. Что-то нихера не собирается. Нахера я тогда прокачивал? Что это за фигня? Почему некоторые скиллы сразу даются, а некоторые даже не прокачиваются? Где у меня автосбор? Вот это да. Открывает жезлы горняков, созданные предметы, собирает... А, это жезлы. Правильно. Азартные игры. Открывать игровые автоматы. Фигня. Гениальность, да, прокачать потом нужно будет. А мы монету превратим все это дело. Сейчас это будет. Так, еще ключи нужно будет создать. Может, что у нас есть? Так, я лопату могу сделать, бутыльки я могу создать. Так, рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка. Так, у меня есть место, хорошо. Классно. У него места нету. Я рад за тебя, приятель. Так, железо. Давай по-быстрому, по-быстрому. Так, теперь сюда монеты, ключ, подожди. Ладно, давай монеты. Сейчас мы купим себе новые острова. Может, попроще будет. Может быть, я монеты за врагов буду получать с определенного уровня, ну, количества. Так, давайте, ладно, я сюда. Железо подобуду. Железо, 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 железо. Трогать мои постройки. Так, хорошо. Так. Стекло создается. Хорошо, банки. Банки, 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 банки. Малый рюкзак создать можно. Поехали. Так, 800. Купить земли. Так, 60, 50.
50. Награда. Ага. Так, давайте за вот этот. Эту землю купим. Эту землю купим. И все, да? Так, мне нужен золотой ключ, чтобы туда попасть. Ну, это чтобы сундук открыть. Мне, получается, нужно два, да, их? Два ключа, да, мне нужно. Два ключа. Так, и рюкзак получен. Плюс еще 4 слотика. Так, вот эту я макушку ломаю. Сюда я платформу ставлю, мостик. Сюда мостик. Сюда мостик. Так, теперь мне нужен ключ. Золото. Мне нужно много золота. Так, теперь вопрос на засыпку. Даете мне теперь деньги за... Нет. Классно. О, боже мой. Ладно, вон золото вижу. Так, хорошо. В смысле? Бац, бац, бац. Ой-ой-ой. Мне нужно сейчас еще будет тогда сходить этот. Жареную рыбку сделать. Как раз хп восстановить. Так, хорошо. Так, поставить золото, плавиться. Так, давай еще стали, наверное. Почему мне не дают деньги? Ё-моё, что за бредятина? Так, здесь, короче, фейки вот эти как раз плодятся. Ну, там со временем, со временем определенным. Здесь у нас редисные челики. Сейчас я уберу. Мы лучше всех, мы вас любим. Вы лучше всех. О, вот она. О, дитя. Пусть мои феи даруют вам отдохновение. Я хочу попросить вас о небольших пожертвованиях. В ответ я одарю вас силой моих фей. Пусть свет сияет на вашем пути. 10к стоит пожертвование. Пипец. Так, хорошо, что тут у нас водоросли. Рыбка, рыбка, рыбка. Так, мне нужны ключи. Два ключа. Ай-яй-яй, тихо. Два ключа. Они мне пригодятся. Один вот этот сундук. Второй я вам покажу. Это наверху там. Задание будет. Так, сюда нити. Ладно,
пускай делается. Ага, один ключ есть. Второй ключ есть. Лопата. Пускай создается. Фиш, вот, вот, трэп, коллекшн, да, вот, автоматический сбор. Да, видите, все. Так, здесь, короче, ребят, головоломка. А, на самом деле, здесь цифры, их нужно просто по порядку нажимать. Это единица, это тройка, это двойка, то четверка. Ай-яй. Так, не подохну, и по. Двойка. Тройка. Очичи. Очки ботаника. Опыт получения 20%. Так, хорошо, здесь у нас... Ай-яй. Да, все, видите, у меня сбор рыбы автоматически пошел. А вот с деньгами у меня проблемы какие-то. Я не знаю, как мне деньги зарабатывать тогда. Монать, он еще достал меня. Монать, ах, чего мне так хп мало? Так, лопата. Теперь я могу копать. Ой-ой. Не трогай мою свинку, я ее сам убью. Так, лопата. В основном тут ничего нету, как вы видите. Песок. Он для песок. Так, нужно больше макушек, да, наверное, сделать. Так, редис. Так, постройки, ферма. А, у меня дерева ни хера нету. Ну ладно, давайте дерево создавать. Это наш определенный остров. Нужно, блин, я не знаю, что... на чем можно дальше продолжить основание свое. Двести угля у меня, ни хера себе. 200 угля. Сейчас я столько макук здесь посоздаю. Только мне много очень дерева нужно. Да и золото бы не помешало. Давайте, наверное, все переплавлю, что у меня есть, потому что да. И подожди. Водяная лопата. Это легко получить. Это я не знаю, где найти. Так, бутылки. Так, давай две бутылки пока создам. Вот такие вот места нужно копать. Тут что-то... О, нихера. Так, хорошо. Угу. Получил профильчик. Так, дальше что? Блин, мне нужно еще профиль улучшить, потому что это жопа.
Так, яйца. Либо желательно просто нафармить. Здесь у меня будет место рыбацкое. Рыбацкое место. 34 дерева. Все, у меня древесины снова нету. Так, пшеница, курица. Так, сколько там портфель стоит средний? Кожа к нити. Я не знаю вот дальше, вот на чем вот. Все, здесь я, можно сказать, остановился. Бутылка. Давайте я тогда этих половлю. Так, мне сталь еще нужно тогда создать, да? Давайте сталь и кирку сделаю. Так, для стали мне нужно 5 стали. Ага, золото. Много золота. Нужно много золота, много всего. О, светлячки поехали. Так, новый уровень. Давайте сразу прокачаемся. Гениальность, да? Так, бой повышает шанс уклониться на 15%. Так, открывает мечи. Открывает табличку магии. Давайте, наверное, банковское дело начнем. Блин, я даже не знаю. Геология, все камни оставляют после себя уголь. Почему мне не дают материал? Открывает камень. Мне не падает ничего редкого. Пипец. Может, мне все-таки это тоже нужно прокачать? Фиг его. Ладно. Давайте я прокачаю повышенный вот этот, типа. Открывает мечи. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Все, удачи и всем пока.